Челябинец, который перерезал горло своему гостю, а потом его подельники выбросили труп из окна многоэтажки, отправится за решетку. Накануне суд Калининского района Челябинска вынес приговор 29-летнему местному жителю. События развернулись в одном из домов, расположенном в Калининском районе. По версии следствия, в квартире пьяную вечеринку устроили осужденный, его сожительница, троюродный брат и их общий знакомый. Внезапно возник конфликт, и ухажер хозяйки жилья перерезал горло одному из гостей. Причем сам после расправы спокойно лег спать. Позже женщина и ее дальний родственник решили скрыть следы преступления и выбросили труп из окна третьего этажа. Причем тело мужчины скинули на глазах соседей. 4 февраля прохожие увидели тело, лежащее под балконом одного из домов, расположенного по улице Набережной. В ходе предварительного следствия установлено, что причина смерти криминальная. Соответственно, дальше в ходе проведения оперативных следственных мероприятий было установлено, что в одной из квартир совершено убийство. Прибывшие полицейские арестовали подозреваемого в убийстве. Протрезвев, мужчина объяснил следователям, гость стал оскорблять женщину, а он таким образом решил заступиться за свою сожительницу, поэтому и взял в руки нож. По решению суда мужчина отправится на 10 лет в колонию строгого режима, а его сообщникам еще предстоят судебные разбирательства.